Да. Давай начинаем с вармапа. Там будет чуть-чуть тоже сложные такие вещи. Если вы устанете, можно чуть-чуть остановиться, а потом чуть-чуть ждать и дальше делать. Просто тут я сейчас просто начну музыку и начнем. О, слишком тихо. Нужно звук включить. Все. It's cardio time. Jump, everybody, jump. Jump, everybody, jump. Jump, everybody, jump. It's cardio time. Now keep your knees up. Давай движение. Сегодня мы будем больше сложные. Если у вас есть вопросы, не надо бояться. Можно просто спросить. А ребята какие-то еще не присоединяются. Значит, будет почти как один на один. Первое движение мы будем учить. Это джазовое. Очень популярное джазовое движение. Называется под боре. Я не знаю значения это имени, но это как смотрится движение. Чтобы ноги было видно. Все. Как делается? Мы начинаем, просто смотрим.
вперед, и ноги так, если не слишком широко.